остановимся в Химфа. Франция. Он уже не нуждается в представлении. Очень надеемся на удачный прокат, ибо короткая у него не задалась. Куда он все время смотрит, а? Он смотрит на счетчик, сколько осталось до окончания 30 секунд. Я тоже всегда так делала просто. Адам Сяохимфа акробатикой под конец. Интересно, что же будет за это сальто. Напоминаю, что сальто делать нельзя по правилам. Но один раз в сезоне он уже так похулиганил.
и решил, что можно и второй раз тоже похулиганить. Ну, потому что нет соперников. Вот, ну, нет. Ну, вот ошибайся, он не ошибайся, все равно техника все равно, под 90. Все равно он первый. Все равно он первый, да. Да, и вот две сейчас... Две ошибки серьезные. Получается, что у него будет дедакшн за падение и дедакшн за это сальто. Дедакшн будет? Ну, посмотрим, по идее, должен быть. Ибо я помню случай в 2010 году на чемпионате мира в 2011 в Москве. На чемпионате мира в Москве, когда как раз Флоран Амозио поехал в произвольную программу со словами, когда еще тогда это было запрещено, и ему не сняли ничего, так еще и потом ввели в правило, чтобы что можно использовать слова. Оправдать свою ошибку. Возможно, так. Ну, посмотрим. Ну, не это ценное, конечно, его прокате, потому что второй сезон, сотрудничая вместе с Бенуа Ришо, они создают, конечно, такие постановки театральные, очень сильно интересные. Найден свой язык, новый язык хореографический. И вот эта самая грубая ошибка, ну, конечно, здесь в разнобой, да, плечи, ноги. Сильно перелетел, не докрутил, невозможно было выехать. Но зато он повторил четверной тулуп, и прекрасно, вы посмотрите, как он добавляет тройной во второй половине программы. И... Ой, вот это красиво очень. Интересно, нам сейчас и сальто повторят? 100%. Вот, конечно. Если вы, уважаемые друзья, спросите, а почему нельзя? А потому что считается очень опасным элементом. То есть правила не должны ни в коей мере мотивировать опасные для здоровья элементы. Хотя четверной... Четверной лутц. А четверной аксель. Ну, как бы... Да, это супер опасный элемент. Но сальто вот нельзя. Ребята, которые делают сальто, говорят, что это довольно-таки легко. Просто закинуть нижнюю часть тела туда и сам приземляешься. Как-то. Я сама не пробовала и не собираюсь. Спасибо большое. Мне идут на комментаторские позиции. Неплохо, хорошо, да? Но мне рассказывали, что это, ну, уж точно легче, чем четверной лутц. Ну, вот таковы правила. Смотрим оценки без... 7 минут чемпиона Европы двукратного. Минус 3 балла дедакшн. А что еще? Может быть, он все-таки перестоял начать? Может быть, да. Но в итоге, да, все правильно они поставили. Он смотрел наверх. Не знаю. 276 с ошибками, с неидеальным прокатом он опережает Александра Селевко на 20 баллов. Хотя, между прочим, после короткой программы не было такого большого разрыва. 94-13 было у Адама и у Селевко 90-05. То есть 4 балла разница. А вот здесь вот все равно, пожалуйста.